Ну и теперь продолжаю работать ручками своими, да? Все мы здесь рукодельницы. Вот так вот. Вот, это теперь начинается самый наш основной процесс сваливания, да? Видите, я приваливаю все, что я увидела. Тут вот у меня волосочки, да, вот эта ниточка, она чуть-чуть, я увидела, что она сошла с места. Вот я ее здесь ставлю на место и приваливаю. Смотрите, вот я делаю вот эти вот движения, что я вам говорила, между пальчиками, да. Ничего страшного, если ниточка куда-то там где-то убежала, вы ее можете поправить. Не отрывая, естественно, не отрывая, а просто вот такими сваливающими движениями, да, формирующими такими движениями. Вот видите, как я делаю? Я кладу между руками этот клапан, ничего не растягивая, ничего не растягивая на весу, да, не растягивая. Если я вижу, что ткань двигается, мне нужно видеть, чтобы она двигалась. Вот как будто немножечко так чуть-чуть скомканная, чтобы она не растягивалась. Вот, я слежу за этим процессом. И между руками, как я вам уже говорила, создаю вот такое легкое трение двумя руками. В основном у меня на этой руке, на нижней, лежит. И я, ну, я двигаю обеими руками, но так ткань как-то скользит таким образом, что получается, что верхняя рука всегда двигается больше. Скользящее движение. Мы создаем мыльную среду между нашими руками. И вот я развернула его. Я его тут поваляла, пенку такую посоздавала. Он у меня меняет уже, как мы чувствовали, да? Он становится плотнее, он становится такой набухший. В нем внутри там где-то мыло. Но надо следить, чтобы мыло не мешало процессу сваливания, а помогало. Если это все будет забито только мылом и не будет хватать там, где будет воздух, например, гулять, не будет пространства, да, где-то все, ну, то есть сваливается это все при помощи воды и мыла. Вот я это все сваливаю, вот я залезаю внутрь, делаю такие движения, да, у меня там тоже должно быть все хорошо. Смотрите, что я делаю, вот. Я беру вот такой вот бортик этот, сваливаю тоже. Везде же у нас должно быть свалено. Вот я, смотрите, как это делаю, как я этого добиваюсь. Я вкладываю ладонь вовнутрь и здесь точно так же создаю такие круговые движения. Ладонь вокруг другой ладони. Вот, смотрите, да? Положила одну ладонь и делаю вот такие вот движения между собой. Легкие-легкие. И это так приятно заниматься этим. Смотрите, как это все, как эволюция, да, происходит, как превращается это все в монолитное полотно. Это просто чудо какое-то. Те, кто первый раз видит это, я вам просто даже завидую. Для меня это было такое откровение, когда я это увидела первый раз. А особенно, когда попробовала это делать, вот так же с мастером, как и вы, следуете советам. Да, вот я его завернула, смотрите, да, и делаю теперь уже, контролирую мою форму, все мои скользящие движения, они не просто какие-то импровизированные, а вот именно те, которые мне необходимы. Вот здесь, смотрите, я заметила, у меня здесь привалялось не очень хорошо. Что я хочу сделать? Я возьму, я его разверну на ту сторону, да, потому что это с той стороны. Я вот возьму за вот эту часть, чтобы мне было легче перевернуть. И теперь там, где у меня плохо привалялось, я попробую сначала вот руками, ноготочками, да, я там чуть-чуть его распрямляю, это вот этот шелк. Попробую. Если он не приваляется у меня вот таким образом легко, то я возьму его
накрою целлофанчиком вот этим вот пленочкой и пройдусь машиночкой еще. Так мне будет легче, оно сразу раз и схватится. Ну, пока что я вижу, что все получается и без машиночки, да? Я вот так вот его просто чуть-чуточку ноготочками так поскребываю. Ну вот, слегка-слегка прикасаюсь. И здесь тоже самое. Вот эта кромочка, она немножечко, ну, поскольку она толстенькая, да, так как я вам говорила, из шерсти труднее сваливаться, если она толстым слоем там лежит. И шелку точно так же. Ну, вот я вижу, что он у меня привалялся. Но на всякий случай я сделаю это еще вот так вот, да, ребрышко. Вот эту вот часть, боковушечку, я это попытаюсь еще между руками вот так вот. Вот так вот потереть. Ну, в общем, вы смотрите. Вы уже поняли, да, что шерсть нужно чувствовать. С ней нужно играть, ее надо любить. И она вам ответит благодарностью. Теперь рядом со мной уже практически ничего нет. Мне уже не нужна сетка. Я только буду работать с моим полотном. Я слежу еще раз, просматриваю, чтобы все свалялось. И процесс этот теперь уже проходит практически одинаково. Я делаю все одно и то же. Я вам уже все рассказала. Теперь буду просто сваливать. И вы делаете то же самое вместе со мной. Мои движения становятся смелее. Я могу уже теперь переворачивать мою сумочку в любую сторону. Здесь уже все привалялось. Я контролирую опять края. Заваливаю их еще и еще. В процессе нашей работы мы видим, как сумочка начинает уже уменьшаться потихонечку в размерах. То есть она во все стороны начинает садиться. Шерсть начинает садиться во все стороны. Хочу вам в этом месте рассказать принцип усадки шерсти. Она усаживается всегда по длине волосков. По длине волосков. Вот как расположены у нас волоски на изделии. Таким образом у нас будет уменьшаться изделие в процессе сваливания. Значит, зная вот этот принцип, мы можем с вами контролировать процесс, управлять процессом. То есть мы можем прогнозировать, как будет сваливаться наша шерсть. И таким образом уже проектируя наше изделие, мы будем закладывать способ раскладки, который нам позволит уменьшать наше изделие равномерно, так как нам это нужно. Вот я проваливаю буквально все. Пока что я не трогаю только ручки. Я их оставлю на потом. Мы сделаем это потом. Ручки мы сделаем потом. Сейчас мы работаем над сваливанием основной части нашей сумочки. Проверяем постоянно, чтобы сваливалось равномерно. Вот там, где уже с
сваливается там, где оно уже становится более плотное, вы оставляете, переходите туда, где еще не подвалено. В общем, следите за равномерностью процесса. Вот. Я тут подваляла, переворачиваю еще здесь, подваляю. Движения должны быть, напоминаю. Здесь я уже мылом могу прикоснуться и вижу, что шерсть не тянется, ни шерсть, ни шелк не тянется за мылом, значит, достаточно хорошо сцепилась. Вот тут у меня, помните, мы прокладывали ниточку, вот я ее вижу, эту ниточку, она прослеживается, ее очертания прослеживаются, это все как бы становится рельефным, здесь будет такое место, где у нас будет сгибаться клапан, и это здорово, там будет такая линеечка, как бы, да, специальное место для сгибания клапана. Вот, я еще подваливаю. Теперь смотрите, что я могу с этим делать. Я могу теперь эту сумочку уже подваливать немножечко другим способом. Смотрите, перекатывание. Ручки, они тут сами по себе, пусть ведут себя как хотят, я на них не обращаю внимания. Когда я уже убедилась, что у меня тут все хорошо, если что-то у меня недостаточно сцепилось, и не хочет сцепляться, вот, например, у меня вот эта ниточка, я не хочу с ней морочить голову, здесь достаточно плотности. Что я делаю? Я беру ее, отрезаю. Аккуратненько вот. Раз, чтобы она мне процесс не останавливала. Этого не будет заметно в изделии. Вот. И дальше продолжаю процесс сваливания. Переваливание, видите, перекат, такой перекат. Это очень способствует сваливанию шерсти. Вот я ее практически не тру между собой, а делаю вот такое вот перекатывание. Я начинаю фантазировать, играться, развлекаться, да? Развлекаться. Вот я могу это делать здесь. Шерсть перекатывается. Я ее разворачиваю. Вот она тоже перекатывается. Вот я могу уже ее смелее начинать вот так вот дергать. И теперь хочу вам сказать, что процесс сваливания в основном, в принципе, должен проходить не по поверхности шерсти, а по ее внутренней части, чтобы не заваливались вот здесь вот все наши вот эти прелести, чтобы было красиво, чтобы шерсть была не скатанная здесь. Мы скользим по поверхности в начале. Как только мы увидели, что здесь все сцепилось, мы прекращаем вот этот вот процесс контакта с шерстью по внешней стороне, и мы переходим на контакт с внутренней стороны. Мы больше сваливаем по внутренней стороне. Вы можете сваливать, смотрите, вот я сваливаю там тыльной стороной ладони. Вот, происходит сваливание при вот таких вот легких вибрациях. Но я уже не тру по поверхности нашей лицевой части. Вот. Так. На данном этапе я могу взять и в горяченькой водичке сполоснуть наши будущее изделие. Вот просто несу сейчас под горячую воду, или же у вас здесь может стоять какой-то резервуарчик с горячей водой, и вы споласкиваете это изделие. Вот прямо я его не трогая, ну, ничего там не травмируя, я его под горячую воду просто намочу хорошенечко и слегка
опять же, не деформируя, отожму воду, просто отожму ее и принесу опять сюда. Вот я ее сполоснула, просто смыла вот это старое мыло наше, слегка поднадоевшее. И теперь я еще немножечко намылю. Она такая горячая. Я прикасаюсь мылом. И смотрите, она уже совершенно другого качества. Вот буквально вот этот процесс на нее влияет очень серьезно. Она меняется просто на глазах после вот этого горячего споласкивания и потом нанесения нового слоя мыла. Она почему-то этому очень рада. Я его наношу, этот слой мыла, и продолжаю тот же процесс. Мы пока что шаблон оставляем на месте. Вот он у меня немножечко выскользнул. Я его пытаюсь туда вниз опустить, чтобы у нас эти все слои не свалялись между собой. Поэтому шаблон нам тут еще нужен. Да, я вот чувствую, где он там у меня. Я его распрямляю там и оставляю пока на месте. Переворачиваю. Здесь тоже горяченькое пока. Намыливаю это все легкими движениями, не повреждая, помните, да, ничего. Оно тут еще не совсем хорошо привалялось. Поэтому, чтобы не травмировать, да, мы легкими опять же движениями создаем опять такую же пеночку. Такую же пеночку. Смотрим, как себя ведет наша шерсть. Меня это очень радует. Она себя ведет уже более уверенно после вот такой новой порции горячей воды и потом намыливания. Она ведет себя уже более уверенно. Вот. И я, помните, Плюша, что такое? Помните, да? Я продолжаю сваливать ее, проверяя, чтобы у нас в уголочках нигде не свалялось, да? Я вот беру и сваливаю ее. Теперь изнутри здесь придерживаю, а изнутри сваливаю. Вот какие движения. Смотрите, я ее прощупываю. Плюша, тихо, плюм-плюм. Тихо, никого там нет. Голуби не страшны. Вот, смотрите, Плюша, Плюша, Плюм. Вот, это моя шерсть, моя любимая шерстяная, красивая моя собака, ты была хорошая. Я опять этими же движениями, вот такими вот движениями, теперь у меня там внизу, да, более активно происходят эти движения. А здесь я только придерживаю, не травмируя нашу шерсть. Вы видите, это уже сплошное полотно. И здесь мы можем уже видеть, как качественно мы сделали это полотно. Если, допустим, мы там где-то неравномерно положили шерсть, то здесь будут обязательно уже видны вот эти моменты. Вы увидите, как там просвечивается, где там какие-то типа дырочки или очень слабо такие заложенные шерстью места. Это все будет видно. Но если вы такое обнаружите, вы просто на это место докладываете немножечко шерсти. Лучше это делать с изнаночной стороны. Ну, в общем, смотрите, если вдруг у вас там что-то обнаружилось, и, конечно же, если вам понадобится залезть на изнаночную сторону, что мы делаем? Мы выворачиваем наше изделие. Я вам сейчас покажу, как это делается. Вот я пока что пройдусь вот эту спиночку, нашу заднюю часть. Смотрите, эти движения очень желательные. Очень желательное это сваливающее движение. Круговые вращения противоположно, руки противоположно вращаются друг к другу. Мы делаем круговые движения руками в противоположном направлении.
шерсть у нас между ладонями. И это очень хороший способ сваливания шерсти. И если у вас там где-то вы обнаружили, что у вас некачественно разложена шерсть, вот, или, например, вы видите какие-то островки, да, типа проплешин каких-то, то вы на этом этапе можете их завалять, если это не страшно, если это не дырка, а просто вот видно, что будет, будет просвет такой, то вы берете ладонь, кладете, например, вот здесь дырочка, да, вы берете ладонь, кладете, здесь немножечко послабляете ваше полотно и сваливаете вот этой вот, вот таким вот движением, оно заваливается и становится ровным полотно, если у вас не страшная там какая-то ошибка получилась, да? Вот вы сейчас проверяете это все, не забывайте про боковые места, вы можете прямо вот, смотрите, что сделать, развернуть боком, вот там, где внутренняя часть, вы туда забираетесь рукой, и таким же образом проваливаете такими же движениями бачка. Помните, что здесь у нас ручка, она должна хорошо тут заваляться. Очень хорошо. Вот. Проваляли здесь. С другой стороны аккуратненько перетягивая пока что шерсть, наши изделия, перемещая наши изделия. Вот, смотрите, уголочки у нас тут есть. Если вы хотите их оставить такими прямо уголками, углами, вы можете попытаться это сделать. То есть вы следите, чтобы они так углами держались. Мне это не нужно, я хочу их завалять. Вот смотрите, я могу взять и это повозить вот так, едва касаясь. Да, оно уже и немножечко завалялось. То же самое я делаю с этим уголочком, я его по ладони могу поводить и могу вот так вот прямо по нашей пленочке. Теперь я вам говорила, что изделие лучше валять изнутри, и для этого мы его вывернем. Смотрите, как это делается. Я беру это изделие, вот у меня шаблон, я беру это изделие и аккуратно вытаскиваю шаблон. Видите, вот я его поправила, чтобы уже движение шло. Вот вывернула, да, вот этот вот верх вывернула, посмотрела внимательно, что тут вывернуто. Расправила все, что мне тут мешает, эти ручки аккуратно, чтобы не оторвать. И смотрите, что я делаю. Я вынимаю шаблон аккуратно, и изделие у меня выворачивается само, не травмируясь. Вот, где-то там вывернулось, где не вывернулось, я беру и помогаю ему. Вот, я его толкаю туда, без всякого насилия над войлоком, толкаю туда и вытаскиваю. Оно уже у нас сцепилось, но нельзя его травмировать агрессивными какими-то движениями. И у нас изделие вывернуто, да? И теперь мы можем, видите, я уже беру за клапан смело, оно же у нас не тяжелое, и ничего уже с клапаном не случится. Вот я вижу его изнанку. Вот посмотрите, какая изнанка, черненькая, потому что у меня была вискоза черная, и вот какая она получается у нас красивая такая, покрытая. Ламинированная. Мы уже тут смелее начинаем работать руками и сваливать. Поворачиваем на обратную сторону. Эти веревочки все время мне будут мешать, я их буду все время поправлять. Вот обратная моя сторона. Здесь уже уголочки. Мне нравится, что они слегка закруглились. Они не сами закруглились, я их закруглила, да? Если вам это не нужно, вы можете следить, чтобы вот так вот уголочками их проваливать, и они будут у вас такие более остренькие. Мне это не нравится. Но в данном случае я этого не хочу, и я этого не делаю. Вот я проваливаю клапан, я смотрю, чтобы у меня он равномерно садился.
Вот смотрите, здесь он больше сел, здесь у него меньше, он больше, значит, он меньше дал усадку. Что я делаю? Я подваливаю здесь. Подваливаю, и я смотрю за тем, как он выравнивается, да? Чтобы подвалять, например, я смотрю, здесь короче, а здесь побольше. Что я делаю? Вот я вот такими движениями могу это делать, да? Вот такими. Вот, как бы я его ноготочком, да, поскребываю. И он у меня, и у меня это собирается, да? Я могу вот такими движениями подвалять. А вы изобретете со временем свои движения, которые вам помогают это все делать. Потому что у войлока столько всяких правил. У каждого мастера есть свои какие-то отобранные трюки, которыми он сваливает изделие, добивается красоты этого изделия. Ну вот, вы будете выбирать свои. А сейчас я вам говорю, все, что работает, вот такие вот собирающие движения, как будто это в горсточку, да, собираю. Вот они сваливают. И тут вот, где у меня меньше свалено, я это делаю больше. Опять же, это очень легонечко, едва прикасаясь. То же самое я делаю здесь. Я слежу, чтобы у меня было одинаковое по ширине, везде, по длине, по ширине. Вот я все слежу за вот этим вот равномерным сваливанием. Вот я повернула, посмотрела. Теперь я смотрю, что получилось у меня тут снаружи, как у меня выглядит этот клапан. Смотрите, что мне еще очень нравится, какие мне нравятся еще моменты сваливания. Вот я беру в руки клапан и делаю вот такие легкие движения. Они такие как бы переминания. Но не трение, а вот переминание, смотрите, да, как будто я прощупываю вот эту вот мою ткань, которая, проверяю, свалялась или нет, вот переминание. Но я должна это все пройти по всему периметру, не только по периметру, по всей плоскости, по всей площади моего изделия. Вот переминающиеся такие движения, они помогают сваляться между собой всему, что положено в тело моего войлока. Все это становится равномерным. Вот, и вот такие вот движения. Вот такие вот движения, как будто войлок скользит сам по себе, по поверхности, да? Вот у меня уже шелк превратился в такие пружинки. Потому что я вам говорила, мой лоскуток шелка, он немножечко, вид у него типа гофрированный. И он даст мне очень интересный рисунок. Вот это уже начинает просматриваться. Я продолжаю его сваливать между собой. Вы видите, вы смотрите. Следите за своей спинкой, чтобы у вас ничего не уставало. Осанка должна быть ровной. В районе поясницы вы не должны наклонять спину, вы должны контролировать это с высоты глазами. Вот, тогда у вас ничего не будет уставать. Дальше, смотрите, у нас есть еще вот тут вот внутренняя часть, которая не вывернутая, да? Вот она у нас и не будет вывернутая, поэтому мы оставляем этот шаблон и уже здесь смелее начинаем сваливать, да, эту внутреннюю часть. Вы знаете, давайте мы этот шаблон лучше положим на место сюда, чтобы у нас не сваливалось. Так и мыться будет интереснее и валяться будет безопасней. Вот мы будем уже четко видеть эти разграничения. Вот я его вложила опять, распрямила, чтобы у меня там все было по уголочкам. Пригладила, выровняла, посмотрела, что все ровно.
и несу его на полоскание. Вот я вернулась, видите? Я уже в этот раз позволила себе его сжать больше, потому что я знаю, что уже ничего не повредит мою поверхность, мое полотно. Я его уже смелее намыливаю, видите? Мне очень нравится вот этот момент сразу после мытья. Так, веревочки мои связались, не надо, чтобы они тут связывались, а то они сваляются. За всем этим нужно следить, не пропустить ни одного момента, который потом, о котором вы потом пожалеете, потому что все мы продумали хорошо и нужно довести до конца в таком же темпе, да? Вот я намыливаю, пока оно горячее, оно очень хорошо реагирует на мыло. И тут же я его, опять же, легкими движениями подваливаю. Оно в этот момент очень хорошо садится, шерсть садится от горячей воды. Когда, знаете, обязательно хочу вам обратить ваше внимание на момент очень важный. Ни в коем случае не несите ваше изделие под горячую воду, если вы еще не убедились, что полотно ваше уже качественное. Если вы не устранили недостатки, если у вас они возникли как при раскладке, и потом проявилось это все уже в валянии, вы это увидели, ни в коем случае не несите под воду, под горячую. Оно там все сцепится, и вы ничего с этим уже... Вы можете, конечно, все это еще поправить, но вам будет гораздо труднее на том этапе это все делать. Надо будет уже не поправлять, а переделывать. А вот когда все идет правильным ходом, где этап за этапом, на одном этапе вы раскладываете качественно, на втором этапе вы декорируете, на третьем этапе вы начинаете сваливать, вы смотрите, правильно ли схватилось ваше полотно, нет ли каких-то дефектов вашего полотна. И когда вы уже в этом убедились, то вы начинаете процесс уваливания. И вот водичка, горячая вода, она относится именно к этому процессу уваливания, когда изделие уже начинает активно садиться, давать усадку и постепенно, прогрессивно принимать свои размеры, которые вам нужны будут в конце. Еще один момент, смотрите, вот уже видите, оно сжимается, уже вылазит этот шаблон. Вы время от времени проверяете, не вылез ли он там. Вот он там до конца, да, до конца, значит, у вас тут никакие уголочки не сваляются. Это вот уже настолько ваше изделие дало усадку. Вот смотрите, да, ваше изделие уже становится меньше. Вот, тут вы уже можете его полоскать смелее, если вы видите, что оно уже ведет таким образом, как вам нужно. Да, вы сваливаете его, вы можете его еще прополоскать, если вам нужно. Пока что я проверяю края, видите, я вижу, что он у меня хороший. Вот я туда и не залезаю, чтобы его не растягивать. Но напоминаю, почему у нас край такой получается ровненький, потому что здесь мы проложили вот такую такую вот линию, полосочку горизонтальную, да, еще мы проложили тут ниточку, которая все это держит, все это структурирует наше изделие, дает ему нашу форму, которую мы с вами задумали. Я хочу вам сказать, что я делала перерыв. И вы можете тоже, если вы устали, если у вас нет времени, если у вас какие-то непредвиденные обстоятельства, или просто вы хотите растянуть это в пространстве, ваше изготовление, вашего изделия, вы можете легко оставить вашу работу на какое-то время. Можете это накрыть пленочкой, например,
запаковать его, и тогда влага будет сохраняться. А можете даже так оставить. Дело в том, что оно у меня вот сейчас подсохло, но ничего страшного нет. Я как раз возьму его и прополощу. Я буду продолжать работу над моим изделием, но уже вот именно с той, с момента полоскания. И оно у меня будет горячее, я опять его смогу намылить, и процесс пойдет уже гораздо веселее. Что я сейчас и делаю? Я беру это изделие, чтобы прополоскать под горячей водой. Вот я вернулась, и смотрите, в руках у меня вот эти вот шаблоны, которые я вынула из моей сумочки. Они уже стали большие по отношению к сумочке. Сумочка уже дала достаточно большую усадку, и эти шаблоны уже вылезали прямо из орбит этой моей сумочки, поэтому я их вынула оттуда. И смотрите, я пока что намыливаю горячую мою сумочку. Также, видите, вот осторожненько, я ее пока что не выворачивала на лицо. Я продолжаю работать по изнанке, поэтому я так смело мылом тут орудую. Вот, посмотрите, что у меня получилось. Я уже работаю смелее с этим изделием. Я уже даже в момент полоскания, я ее вот так вот выжимала, даже вынула уже эти шаблоны. И вот намочила и выжимала, намочила и выжимала, отжимала. Не сильно, но так, чтобы вода уходила оттуда. Уже происходит, вот смотрите, процесс вваливания. И я уже не боюсь, что у меня соединятся, склеятся вот эти внутренние части, так как они уже достаточно свалялись. Но, тем не менее, я буду все время проверять здесь, контролировать, чтобы все-таки какие-нибудь волоски там не вздумали еще у меня склеиться, прицепиться друг к дружке и испортить вид моего изделия. Так что вот, смотрите, я обязательно вот тут вот проконтролировала все, что мне надо. Каждое отделение, вот одно отделение, вот второе отделение, все на месте. Никаких склеенных волокон у меня здесь нет. Я довольная. И я продолжаю уваливать мое изделие. Теперь процесс пойдет гораздо веселее, так как вот смотрите, что получается. Мы перестали уже работать на шаблоне. Я хочу сделать некоторые акценты на очень важных моментах. Вот здесь вот лицевая часть. Здесь у нас шелк. Нам нужно, чтобы фрагменты шелка, переплетясь с нитями шерсти, все-таки сохраняли свою шелковую фактуру, чтобы она здесь доминировала, шелковая фактура. Видите, как получилось уже? Вот оно сжимается в такие пружинки, мой шелк. То, что я вам говорила, когда шерсть дает усадку по всем направлениям, а шелк не дает этой усадки, но уже сцепился с шерстью, и вот он тянется за шерстью во все направления, и смотрите, что происходит. Это просто супер. Итак, чтобы нам сохранить вот эту вот шелковую фактуру, мы можем только иногда слегка здесь просто структурировать. Но я вам советую вообще перестать трогать лицевую часть. Делайте все по изнанке. Так как шерстинки, каждый раз, когда вы будете тереть, вот по поверхности шерстинки будут сюда вылезать. Они будут, конечно же, и туда углубляться, вниз, но они как-то стремятся сюда, вы их как будто вот выталкиваете наверх. И вот если вы вытолкаете все эти шерстинки наверх, они закроют шелк здесь. И шелк перестанет быть видимым, таким, знаете, фактурным. И будет немножечко эффект испорчен. Поэтому работаем по изнаночной стороне, да, здесь у нас клапан, очень декоративный фрагмент, поэтому нам его надо сохранить очень красивым. Я вот, видите, подваливаю еще вот эту
нашу петелечку не забываю. Как мы можем с ней работать? Смотрите, я ее надела на пальчик и могу сваливать вот таким образом. Вот так могу сваливать. Вот могу вот так сваливать. Вот таким образом. Очень хорошо сваливается, когда мы трем по поверхности вот этой вот пленки, почему-то шершавому, которая содержит и воздух, и мыло одновременно. Следите, чтобы вот эта часть не терлась об пленку, пупырчатую пленку. Поэтому, видите, я перевернула изнанкой вниз и тру. Но если мне надо здесь тереть, над клапан работаем, я опять переворачиваю и смотрю, как у меня здесь ведет себя клапан, равномерно ли он свалялся, ровненькие ли у него края, одинаково ли он тут закругляется. Я его формирую, помните, да, вот такими вот скребущими движениями ноготков по периметру. Все я регулирую, я могу управлять процессом при помощи вот таких вот скользящих движений, помня, что нити садятся, вот я вот скребу вот так вот, значит, нити у меня вот так садятся, скребу вот так вот, значит, вот так усадка дает изделие, и поэтому я могу регулировать. Вот я смотрю, здесь у меня немножечко как бы меньше дало усадку, какая-то форма не совсем гармоничная, и я добиваюсь, чтобы было так, как мне нужно. Вот он, видите, он уменьшается. А вот я пока оставлю этот фрагмент и вернусь к нашему футляру, к нашей сумочке. Вот смотрите, я ее поглаживаю, она дает усадку точно так же в разных направлениях. Еще смотрите, что я делаю. Чтобы, например, уселось изделие в ширину, я делаю вот такие вот движения, да? Вот такие движения. Чтобы в длину, я делаю вот такие вот движения. Как будто я сбиваю это. Оно уплотняется, мое изделие. Вот сейчас уже мы совершенно недалеко от финала. Вот, периодически я его расправляю. Опять же, контролирую все наши параметры. Контролирую, чтобы было ровненько. Вот, контролирую теми движениями, которые я уже вам показывала. Вот у меня два отделения. Еще я контролирую, чтобы они между собой не соединялись. Вот смотрите, что я сделала, да? Вот, и под другое отделение подлезла. Там у нас лицевая часть сумочки. Все это дает потом, будет гарантировать потом качество изделия, когда я не упущу ни единого момента. Я могу ее сжимать. Я могу ее сжимать и так, и так, и вот так, как хочу. Ей это нравится. И мне это нравится. Вот. Теперь смотрите, что я еще могу делать. Изделие еще усаживается вот такими вот интересными подбрасываниями. Смотрите, какое уваливание. Я могу его сделать. Вот я прижала и бросила. Прижала и отпустила. Бросающие такие движения. И сейчас я хочу ее опять прополоскать. Можно не так часто полоскать, а можно и так часто. Мне это нравится. Вот я ее подваляла. Хочу ее распрямить перед тем, как прополоскать, чтобы она была ровненькая, да? Чтобы проконтролировать фактуру. Когда я вот тут вот уже, после того, как я вот только что его поподбрасывала, посжимала, я его распрямлю. Вот, приглажу легонечко, конечно же, да? И я чувствую, как оно приобретает такой плотный уже, плотную такую структуру, как оно уже становится таким жестким.
мое изделие, да, она сумочка, мое изделие. Вот, и еще я ощущаю руками и вижу, что что мое изделие обретает такую фактурность, такие волны, такую рельефность. Вот, и мне уже хочется его вывернуть и посмотреть, что же там внутри. Что я сейчас и сделаю после полоскания. Я сейчас его выполоскаю. Возможно, там прямо под краном я его и выверну. Да, я так и сделаю. Я его выверну прямо там под краном во время полоскания. Хочу обратить еще ваше внимание, что изделие вваливается и во время полоскания, так как оно подвергается воздействию горячей воды и вашим вот этим вот отжимающим движением. Все это как раз относится к способам валяния. Это и называется валяние. Вот смотрите, что я делаю. Я его прихлопываю, чтобы оно зафиксировалось. Вот тут я вижу, немножечко оно фолдится. Я его еще чуть-чуть зафиксирую, подваляю, да, вот они сваливаются между собой, эти волосочки, когда я делаю вот так вот, такие скользящие движения ногтями, и они сцепляются вот так вот по ширине, и уже потом фиксируются, и не дают вот этой вот растяжки потом, да. Еще очень важный момент, нам нужно всегда следить, чтобы мы не переваляли, чтобы наше изделие было уваленное так, как положено, чтобы не было недоваленного изделия или переваленного. Вот есть такой термин «недовал», «перевал». Это все не очень-то красиво выглядит. Если недоваленное изделие, оно будет такое малоструктурированное, будет слабо держать форму, будет немножечко как бы выглядеть несовершенно сделанным. Хотя некоторые изделия в недоваленном виде смотрятся замечательно. Вот. Но в данном случае нам надо найти золотую середину. И я вам сейчас покажу, как ее искать. Во-первых, нужно смотреть, чтобы волоски шерсти не вылезли вот сюда на лицевую сторону, чтобы декоративность изделия сохранялась. Вот, нужно, чтобы эти волоски не были сверху, не вылазили сверху, не торчали, не перекрывали нашу декоративность. Вот, как это все проверить? Ну, зрительно, вы потом уже наловчитесь, когда вы будете понимать, как это выглядит недоваленное, как это выглядит, когда переваленное. Но когда вы полоскать пойдете, я вам подскажу один такой момент. Степень сваленности изделия валяльщицы уже могут определить во время полоскания. Мы следим за тем, как ведет себя шерсть по отношению к воде. Существует такой термин, не знаю, откуда он появился, но вот такой термин есть. Слеза валяльщицы. Слеза валяльщицы – это когда вы полоскиваете изделие, его прижимаете, и уже шерсть, ваше шерстяное изделие валяное, начинает выталкивать воду, и она проявляется на изделии уже такими каплями, как слезки такие, да, стекают. Начинается уже та стадия, когда войлок достаточно плотно свален, и уже капельки воды не протекают, вода уже начинает скатываться по поверхности шерсти. Вот эта степень говорит о том, что ваше изделие уже достаточно свалено. И вот тут нужно уже быть осторожным. Несколько лишних минут, даже меньше, чем минут, может уже изменить качество вашего изделия. Вот я вижу, что оно уже приобретает такую плотную форму, и вот от этого момента я должна уже начинать его контролировать более пристально, чтобы не перевалять.
я пошла полоскать и смотреть, есть ли у нас тут слезы валяльщицы или нет. Вот я хорошо выполоскала и хочу показать, когда я прижимаю, вот пока что не совсем, но уже начинается вот этот вот процесс, о котором я вам говорила, где будут у нас эти слезки валяльщицы. Я слежу за тем, чтобы у меня ничего не спуталось. Вот эту веревочку я пока что не трогаю. Мы договорились, что это будет позже. Тороплюсь намылить это. Тороплюсь, потому что люблю, когда горячо. И я его буквально вот намыливаю по изнаночной стороне, помните, да? По декоративной стороне мы там ничего не делаем. Я ее пока что не вывернула. Пока что ее намылю. Вот так вот. Я намылю руки и залезу туда, в серединку. Очень осторожно залезу вот там, где лицевая у нас часть. Вы помните, да? Когда мы вывернем, это будет лицевая часть. А вот здесь, по внутренней части, я могу даже мылом туда залезть. Мне не страшно. Она там ничего не повредится. А вот лицевую часть я не хочу лишний раз травмировать. Вот. Я еще ее пожимаю. Пожимаю. Она у нас еще достаточно больших размеров. Хотя не обязательно ведь оставлять сумочку эту просто впритык по размеру вашего телефона, да? Но мы должны приблизиться к этому размеру. И мы уже просчитали. Я просчитала те размеры, которые я заложила, я должна достичь этих размеров. Пока что я вижу, что еще пока что нет. И я продолжаю сваливать мое изделие. Покажу вам еще один метод сваливания. Здесь я могу только прихлопнуть. Да, вот по лицевой стороне я прихлопываю. Я стараюсь ничего такого не делать с лицевой стороны моего клапана. А с изнанки я его продолжаю уваливать в разные стороны. В разные стороны продолжаю его уменьшать. Вот такие вот движения по всему периметру и по всей площади нашей сумочки. Они у меня регулирующие, они у меня такие корректирующие, они у меня сейчас сваливающие, такие, понимаете, вот я структурирую эту ткань сейчас вот такими скребущими движениями. Уголки тут особенно нужно, чтобы оно было хорошо соответствовали, и уголочки, чтобы все было гармонично, все как влитое. Поэтому я и над ним так хорошо работаю. Вот. Здесь меня это устраивает. Я теперь перевернула сюда. Здесь не трогаю. Могу только вот так вот чуть-чуточку. А тут мне надо поработать, чтобы было так, как мне надо. Помните, что там может все-таки сцепиться. Поэтому всегда контролируйте. Контролируйте. Регулируйте и контролируйте. Вот, скоро мы будем выворачивать это все, и будет приятный сюрприз. Мы увидим наше изделие, как оно получается. Вот смотрите, я продолжаю вот такие вот прямо уваливающие, да? Мне нужно по ширине его уменьшить. Вот я так постучала, и теперь соскребаю его. Теперь по высоте. Здесь я перевернула, да? И мне надо, чтобы все было соответственно. Вот. Наступает момент, когда я уже хочу померить, проверить мои размеры, насколько они соответствуют тем размерам, которые мы закладывали. Тут я достаю мои
записи и смотрю, какой размер у меня был заложен, какого размера я должна добиться в готовом изделии и какой размер у меня получается здесь. Но я это сделаю после того, как выверну мое изделие. Вот я пошла опять полоскать его. И потом выверну. Прямо уже сейчас я его выверну. Буду опять смотреть, есть ли тут слезы. И, друзья мои, я явно увидела эти слезы валяльщицы. Поэтому мое изделие практически готово. Мне нужно только его немножечко структурировать. Я его опять намыливаю легонечко. Здесь у нас лицо, лицевая часть уже, поэтому мы не должны тут травмировать ничего. Вот я намыливаю его, слегка прикасаясь. Поскольку я его только что вывернула, оно у меня выглядит немножечко деформированным. И вот сейчас мне его надо здесь уже вот структурировать таким образом, чтобы уже добиться его такого вида, который бы я хотела получить в самом финале моей работы, в результате моей работы. Я, смотрите, что делаю. Я его... Вот, я даже вот такие вот движения делаю, чтобы это все привести как бы в однородность. Вот такие вот движения, смотрите, да, я вам уже показывала такие похожие движения. Вот теперь возвращаюсь к ним. Это для того, чтобы мне вот с этими бочками поработать. Смотрите, что еще помогает привести бока в гармоничное состояние слегка. Вот уже этот бочок незаметен, да, мы вывернули и немножечко как бы вогнутость получилась во внутреннюю часть, во внутреннюю часть изделия, да, я это вот такими движениями устраняю. Вот их не видно со всех сторон, со всех этих рубчиков. Я, смотрите, что еще делаю. Я же не хочу этих острых уголочков. Я беру вот туда палец, вставляю и затираю буквально немножечко. И вот оно уже превращается в такое... закругление, да, закругленность получается. И здесь я делаю то же самое. Это все очень просто. Просто нужно это знать. Я могу вот так вот это делать. Вот, я поглаживаю это изделие. Я его выравниваю, чтобы у меня было все ровненько. Я уж туда заложу смело, потому что там внутренние части. Я не боюсь ничего повредить. Здесь тоже я его пытаюсь выровнять настолько, насколько мне это нужно, пока это не начнет меня устраивать. Вот здесь внутренняя часть. Я не боюсь его скрести. Видите, у нас уже совершенно маленькая такая сумочка получается. Вот этот клапан я хочу сделать поменьше, потоньше, поизящней. И покажу вам еще один инструмент, которым я работаю для этого. Вот, смотрите, это лежало здесь недалеко, совершенно не напрасно. Вот этот массажер, это обычный массажер для тела. Он очень хорошо структурирует и сваливает шерсть. Он очень хорошо проявляет узор, но нельзя им валять с лицевой стороны вот здесь, потому что все это потянет за собой шерсть, вытащит, и будет вот тот эффект, о котором я вам говорила, все спрячется за шерстью, и шок не будет виден. Здесь я аккуратно, не нажимая, как будто, вот видите, я подталкиваю, я его соскребаю при помощи вот этого массажера. И это становится таким вот монолитным, становится таким однородным.
и таким качественным полотном. Здесь я не буду этого делать, чтобы не повредить мне фактуру. Здесь я ноготочками это поделаю. И вот эти вот бортики я хочу сделать плотнее, более структурированное, более ровнее. Поэтому я работаю здесь ноготочками. Также внутреннюю часть. Ну, внутренняя часть, она может быть и покороче. Ничего страшного, я тут проверяю, чтобы ничего не свалялось. Я это все время должна делать, чтобы ничего между собой не свалялось. Все отделения. Вот. Еще чуть подваливаю, потому что я вижу, что она достаточно еще широкая сумочка. Хотя мне это даже нравится, что она немножечко пошире. Я подумаю, может быть, я ее оставлю чуть побольше. Не обязательно такой узенькой по размеру телефона, а пусть она будет такая вот свободненькая, чтобы мне легко было достать оттуда телефон. И сумочка будет футляр, но еще может это быть не просто футляр, а вот что-то другое. Сюда можно и очки положить, и солнечные очки можно положить, если вам нужно, да? В общем, вы сами решаете, для чего вам нужна такая сумочка. Вот я закрываю эту сумочку. Вы видите, что у нас получается в результате. А вот такая вот красота получается. Вот. Мне очень нравится это. Где у нас там эта ниточка для того, чтобы перегибать? Ее не видно, но может быть мы ее нащупаем. Вот, нет. Ну, она уже где-то там завалялась, потерялась. В общем, смотрите, что теперь у нас происходит. Сумочка у нас практически. Вот, смотрите, мы можем потянуть это. Мы можем это лепить, как из пластилина, выравнивать ее таким образом, чтобы нас это устроило. Можете померить эти размеры, можете даже не примерять. Если вы визуально вы решили, что вам это то, что вам нужно, то вы можете так и оставить. Но вы можете для интереса проверить ваши размеры, соответствует это вашим размерам заложенным или нет. Я могу добиваться, чтобы это усело еще больше, а могу и не добиваться этого. Вот я решила, что на этом этапе я хочу, чтобы она была вот более широкая, чем я хотела бы ее в начале. Да, вот думаю, что она так будет смотреться очень гармонично, если я оставлю такой шириной. Так. Вот. Я померяю сейчас. У меня сантиметр. Я хочу померить. Значит, по ширине у меня получается 13, а там у меня было 12 сантиметров. Да, как будто 12. Сейчас даже не совсем помню. А по высоте у меня 19, а там, по-моему, было 18. Но я хочу оставить так. Можно, конечно, поэтому по одному сантиметру убавить, но мне она нравится вот такой. Ну, а чтобы убавить, ее нужно просто чуть-чуточку еще помять, постучать по ней. Но я ее оставлю вот такой. Я только проверю, чтобы она была со всех сторон одинаковая. Здесь у меня, ну вот, 13. И здесь у меня 13. Здесь у меня 19. И здесь у меня 19. Вот, видите, какой глаз у нас? Я вижу, что у меня все
гармонично. И больше не хочу ее уменьшать. Если вы захотите, вы уменьшите. А я любуюсь уже моим изделием. Вот. Еще последние штришочки, чтобы было просто идеально. И опять на полоскание. И потом я уже... И потом мы займемся шнурочком. Займемся ремешочком. Вот она у меня такая. Такая прям супер. Все, полоска. Теперь я ее не кладу на мыло. Я убираю мыло отсюда, потому что сумочку я выполоскала очень тщательно. С нее перестала течь уже белесая вода, которая говорит о том, что в ней есть еще присутствие мыла. И вот сейчас я ее кладу на стол. Она у меня выполосканная. И я ее сполоснула еще в самом финале. Сначала горячей водой, а потом холодной, чтобы форму она держала. Вот мне так нравится. Я иногда это делаю, иногда не делаю. И теперь, смотрите, я просто выправляю это руками, прихлопываю и выравниваю эти все края. Я хочу, чтобы внутренний кармашек у меня был чуть короче, а этот чуть длиннее. Я это и делаю. Войлок легко подается, подтягивается. Я его вытянула до такого состояния, до которого я хочу. Это может быть чуть ниже, чуть выше. Вы можете решить для себя. Я проверяю все, чтобы было равномерно. И еще последние такие вот как бы штришки. И премудрости я вам покажу еще кое-что. Вот смотрите, у меня есть такая линейка. Я ее вот так вот ставлю, вот здесь вот еще поскребываю, да. Таким образом у меня здесь четко будет ровненько. То же самое я делаю с этой стороны. Я держу линейку и ноготочками скребу вот так вот у самого края, как бы под линеечку, да. То же самое я делаю здесь. Вот я выстраиваю эту линейку таким образом, чтобы... Вот так вот, видите, вот что я делаю. И у меня получается абсолютно ровный край. Здесь я сделаю то же самое. Я поставлю вот так вот линейку. И вот так вот все это поскребу. Точно так же это можно делать при помощи утюга. Вы ставите линейку и у края припариваете. И тоже у вас получается ровный край. В данном случае мне это нет такой необходимости. У меня здесь все, видите, получилось идеально. Здесь я чуть-чуть вижу, что немножечко мне хочется его усадить, чтобы клапан был немножечко поуже. Я могу воспользоваться вот этой штучкой. Смотрите, да? Слегка. Я знаю, что уваливание происходит вот так вот. Когда я делаю вот такие движения, в данном случае мне и нужно увалять немножечко по горизонтали. Ну вот еще чуть-чуть я структурирую, добиваюсь того результата, который мне нужен. Я вот здесь хочу сделать поуже. Вот я его соскребаю, видите? Соскребаю и потом распрямляю, соскребаю и распрямляю. Все. Вот мое изделие. Вот результат моей работы. Пока что в мокром виде. И пока что без ручек. Но уже как это здорово. Вам нравится? А у вас что получилось? Напишите мне обязательно в отзывах. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что у вас получилось. Мне так хочется узнать, делал ли кто-нибудь вместе со мной
эту прелестную сумочку, из каких материалов вы это делали, в каких оттенках вы это сделали, и получилось ли у вас. Довольны ли вы своей работой? Получили ли вы удовольствие, работая над вашим изделием? Потому что я всегда получаю массу удовольствия. Это такое занятие, просто счастье. Просто счастье. Это одно из занятий, которые я искала в своей жизни. Чем бы таким заняться, чтобы мне это... чтобы мне это заменило одно из моих предыдущих занятий, которое мне так нравилось, и я думала, что оно просто универсальное, что лучше его нет. И я очень хотела найти что-то такое по значимости не меньше, чем вот то, о чем я говорю. И вот он, это войлок. Это так здорово. Это счастье вот каждую секунду. Все, готово. Этот этап завершен. Нам осталось завершить только работу с ремешочком. Сейчас мы проверяем длину, какая нам нужна, и решаем, что у нас тут будет в конце. Как я уже говорила, я хочу такие небольшие... сделать маленькие такие бутончики цветов, ненавязчивые такие, но чтобы это было изюминка этой сумочки. В помощь клапану. Уравновесить это с клапаном. Я сейчас придумаю, что с этим сделать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки обязательно, чтобы я видела, что вас интересует мое творчество. Нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои видео. Всего вам доброго! До следующей встречи в студии Олиш Арт.